Да, ребята, как вы снова поняли по названию этого ролика, снова сегодня будет влог. Только сегодня будет влог уже без школы, просто влог в субботу, потому что сегодня суббота, сейчас я пойду в художку, потому что у меня художка тоже в субботу есть, поэтому сейчас я буду почистить зубы, все делать то же самое, как в том влоге. Вот, а потом уже посмотрим, что будем делать после художки. Я это видео снимаю, еще не дождавшись вашего мнения, понравился ли вам тот влог, потому что я снимаю это видео на следующий день после того, как сняла прошлый влог, потому что я даже его еще не смонтировала, когда я сняла прошлый. Скорее всего, влог, который я сняла первый, он уже вышел. Вот, я еще не знаю вашего мнения, надеюсь, вам все-таки понравился. Вот, и сейчас... Поставьте мне на лайк и также подпишитесь на мой канал, потому что мне будет очень приятно. Ну а мы пойдем. Ребята, в общем, я уже покушала, сейчас я буду одеваться и идти в художку. Переход от Полины Чек. Я уже собрала шопер. Там просто я взяла пенал с карандашами, папку с листами и так далее. Вот. Потому что сегодня у нас просто будем карандашом рисовать, больше ничего. Вот, поэтому сейчас я буду одевать куртку и выходить. Короче, ребята, что случилось? Мы просто посидим в художке, там сидит два человека, потому что никто не пришел, потому что, типа, мороз очень сильный. Приходит учитель, типа, проходит 10 минут, приходит учитель и говорит: «Дети, собирайтесь, типа, никого нет, идите домой». Я такая: «Чего? Мне ехать сюда? Я ехала 30 минут туда». Это просто капец. Короче, мы решили скатиться с горки. Где маска? Нет, да я вас! Короче, ребята, сейчас я пойду в канцелярию, в магазин, чтобы купить... картон, там всякие штучки такие, цветную бумагу, чтобы сделать открытки на Новый год, вот, какие-то подарочки из бумаги, вот, поэтому я сейчас пойду в магазин вместе с вами. В общем, я уже иду в канцелярию. В общем, я уже купила. Там, короче, цветная бумага, блестки в виде снежинок, всякие декоративные скотчи и открытки на Новый год. В общем, все вот такое вот декоративное, так скажем. Ребята, сейчас мы поедем в магазин и так далее, потому что сегодня суббота, поэтому погнали.
I'm the next guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Moonlight.